Здравствуйте! Важной частью нашего организма является мозг. И я сегодня с утра подумала о том, что же я могу дать для него в плане питания. И здесь я вспомнила, что у меня есть и что важно для него, для того, чтобы работать, для того, чтобы функционировать и даже развиваться, не угасать, потому что с годами мозговая активность уменьшается, и это может привести к различным заболеваниям. Наряду с физической активностью у нас большое значение для мозга имеет также питание. И для этого в первую очередь это грецкие орехи. Сейчас они, у нас на Украине это сезон грецких орехов, поэтому помните о них. Их даже форма, видите, напоминает строение нашего мозга. Дальше это всевозможные, это рыба, лосось, тунец, сельдь. Но у меня на этот случай, как замена ему, является омега-3. Омега-3 – это жирные кислоты. Вот она в капсулах, которые тоже нужно и можно, и нужно употреблять. Богатая омега-3 семена льна, а также оливковое масло. Поэтому я сейчас делаю себе такой салат. Салат у меня будет состоять из перца, который тоже является антиоксидантом и очень полезный для мозговой деятельности. Ну, зелень, петрушка, укроп, кинза. Ну и все, что еще осталось на огороде. Порезанный салат добавляю порубленные орехи просто ножом, длинное семя, перемолотое на кофемолке, и все это заправляю оливковым маслом. С кусочком черного хлеба плюс одна капсула омега-3 вполне достаточно для того, чтобы зарядить наш мозг с самого утра. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!